Более 100 медицинских организаций поблагодарили жителей Томской области в рамках социальной акции «Спасибо доктору». Акция стартовала 1 апреля, до ее окончания остался один день. Среди медучреждений лидируют роддом номер 4, Первомайская районная больница и роддом имени Семашко. В десятку лучших вошли Колпашевская районная больница, больница скорой медицинской помощи номер 2, Томская областная клиническая больница и другие. Акция «Спасибо доктору» проводится по 5 номинациям: «Народный доктор», «Народная медсестра», «Народный аптекарь», «Моя любимая больница» и «Моя любимая аптека». Победителями станут учреждения и специалисты, набравшие наибольшее количество благодарностей. Награждение будет приурочено ко Дню медицинского работника, который в этом году отмечается 20 июня. Поблагодарить медиков можно, заполнив форму на сайте акции «Спасибо доктору», позвонив по телефону в Томске 516-616 или отправив видеообращение на электронный адрес tabletka@tomsknet.ru. Каждая благодарность учитывается как голос за организацию или медицинского работника. За время акции жители Томской области поблагодарили 116 государственных и частных медорганизаций, их подразделений и 20 аптек.